Привет, друзья! В этом уроке вы научитесь рисовать портрет цветными карандашами популярного персонажа книг и фильмов Гарри Поттера. При подготовке видео использовалась продукция Artbery, производство компании Эрих Краузе. Набор цветных карандашей премиум класса Artbery идеально подойдет, чтобы нарисовать реалистичный портрет юного волшебника. Широкая палитра состоит из 24 ярких цветных карандашей. Теперь, пожалуй, возьмем в руки нашу волшебную палочку, то есть карандаш, и начнем рисовать портрет. Для начала изобразите овальную форму головы. Вырисовываем небольшой подбородок. Ниже рисуем шею и плечи. Это будут основные контуры. Посередине проводим вертикальную линию, разделив овал на две половины. Рисуем уши. Они будут находиться между линией бровей и краем носа. Определитесь с линией глаз, рта и носа. От линии бровей вниз рисуем форму носа. Нос человека состоит из крыльев и переносицы. Рисовать нос нужно аккуратно и точно соблюдать его зеркальные пропорции. На уровне глаз поместим два глаза. Рисуем верхние и нижние века. Вписываем радужную оболочку и зрачок внутрь. Теперь зададим ширину бровям. Придадим форму губам. Уточним форму подбородка. Теперь можем приступить к рисованию очков. Рисуем круглые очки с тонкой оправой. Стираем все вспомогательные линии. Можем теперь нарисовать прическу. Прическа у Гарри почти всегда растрепанная, так как он обладатель непослушных волос. Острыми штрихами прорисуем челку нашего персонажа. После того, как голова будет готова, мы перемещаемся к низу и изображаем края свитера, воротничок рубашки и галстук. Вот такой вышел у нас Гарри Поттер, нарисованный карандашом. Давайте раскрасим цветными карандашами. Для цвета кожи возьмем нежно-персиковый цвет или же телесный цвет карандаша и заштрихуем лицо и шею. Прежде всего наносим основной цвет, уже поверх более темные оттенки, тем самым получая объемный и реалистичный вид лица. Тени прокладываем темно-коричневым цветом. Следующий шаг – рисуем глаза. Для этого используем темно-фиолетовый, темно-коричневый и голубой цвета. Темно-коричневым закрасим брови. Напоминаю, что карандаш при этом должен быть остро заточен. Заштрихуем темным цветом нос, ноздри. Закрасим очки в темно-коричневый. Коричневым цветом ставим тень от очков. Также этим цветом закрасим губы. Ставим тени на шею. Волосы рисуем сначала основным коричневым цветом. Проводим каждую линию, делая тем самым очертания волос.
После берем темные оттенки коричневого цвета и рисуем такие же линии. Получаем более насыщенное изображение и объем. Теперь легкими штрихами закрасим рубашку, галстук и свитер. Небольшой совет: уделять наброску и построению лица много времени. Когда набросок точен, дальнейшее рисование, закрашивание портрета становится легче. Спасибо всем, кто писал в комментариях идею нарисовать Гарри Поттера. Надеюсь, вы довольны и это видео для вас полезное. Также в этом видео спрятаны пасхалки. Пишите правильное время появления пасхала в комментариях. Возможно, я именно вам передам привет в следующем видео. До новых уроков, друзья! Пока!